Названы лучшие врачи и медсестры этого года. Церемония награждения лауреатов премии правительства Петербурга прошла в Михайловском театре. Награды получили 20 человек, 11 врачей и 9 представителей среднего медицинского звена, медсестры и фельдшеры. Лауреатов поздравила вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская. Она отметила, что Ленинградская петербургская медицинская школа по-прежнему на высоте, хранит традиции и помогает развивать здравоохранение в регионах. Наши медицинские десанты, которые побывали практически во всех уголках, они потом получают благодарнейший отклик. Те лекции, которые читают наши доктора, потом ходят по рукам, потому что они нужны. Они нужны тем, кто, к сожалению, не в Санкт-Петербурге. Помимо почести, премия – это еще и денежное вознаграждение. В этом году оно не изменилось. Врачи получат по 150 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры – по 75. Ну а в качестве творческого подарка медикам – концерт с участием народного артиста Российской Федерации Василия Герелла.